Привет, ребята. Сейчас вот скинули все видосы, которые были вот с этим инцидентом, когда спереди пассажир сел, отказался пристегиваться, его просто попросили: пристегнись и все, и поедем нормально, типа. Он говорит: нет, я не буду пристегиваться. Вот устроил концерт. И вот сейчас все видео в одно соединил, вообще все, которые были. Посмотрите просто, что может с вами произойти, вообще жесть. И вот для таких случаев обязательно повесьте камеру, чтобы вас снимало. Потому что вы сейчас посмотрите, что он там начал, типа, водитель мне предлагал купить какие-то там запрещенные вещества. Вообще жесть, как вообще, как ты вообще додумался до такого? Это вообще просто пипец. Короче, смотрите, ребята, вот полная версия для вас. Хотите работать в такси и ищете надежного партнера? Рекомендую Эксперт Парк, ведь они разработали универсальную программу Эксперт Парк 2.0 с самыми выгодными условиями на рынке для сотрудничества с Яндекс Такси и Яндекс Доставкой. С ними ваша деятельность будет законной. Компания легально работает более 8 лет. Став парковым самозанятым в Эксперт Парк, вы получите следующие преимущества. Комиссия на заказы всего 40 рублей в сутки. Автоматические выплаты без комиссии на карты любых банков. Круглосуточная техподдержка и личный колл-центр. Бесплатно помогут получить разрешение и зарегистрироваться в реестре перевозчиков и многое другое. Ну а если вы хотите попробовать себя в доставке, вы также можете связаться с техподдержкой парка и получить лучшие условия сотрудничества. Выберите свой формат работы и подключитесь к Эксперт Парк уже сегодня. Все контакты на экране и в описании. Работайте легально и зарабатывайте вместе с надежным партнером. Я водители, все пристегивайтесь и вы тогда. Выходите из машины, никуда не повезу. Пока 139 рублей не вернешь, мы никуда не выйдем. 139 рублей возвращаешь, мы выходим. В Яндекс набирайте. 139 рублей возвращаешь. Набирайте в Яндекс. Это ваши проблемы. Это не мои проблемы. Я с вас деньги брал. Вы нажали, что с меня списали деньги. Вы нажали. А я как по-другому заказ завершу? Отменить вы должны заказ. Будет. Вот господин взял с нас деньги. Не надо. Взял с нас деньги. Не надо, еще раз взял говорю. С нас деньги. Товарищ. Где я с вас взял деньги, а? Занимается мошенничеством, подъезжает, везет людей до остановки. Меня снимать не надо. Да я уже тебя снял, этого достаточно будет. Ну и все. Еще я сейчас твою машину пробью, и у тебя будут большие проблемы. Ты пробиваете. Понял? 139 рублей сюда. В Яндекс позвонить. 139 рублей, еще раз говорю. Я не буду звонить, почему я 139 рублей, еще раз говорю. Я с вас брал деньги. Вот. Спасибо, привет. Ой, да. Приехали что? Четверо человек, угрожают. Слушай, ты что тут цирк устроил? Стой. Слышь, угорожаешь, кто тебе угрожает? Угрожают. А кто тебе угрожал? Угрожают. Четверо человек. А теперь набирай милицию. Набирай милицию теперь. Сейчас я буду. Набирай полицию. Кто вам угрожал? Набирай полицию. Четыре а человека угрожал? Угрожают. А как я угрожал? Угрожают. А как я угрожал? Мошенническими действиями изъяли 139 рублей. Водитель работает в Яндекс.Такси. Набрала? Нет, ты набрала полицию сразу. А как я не знаю? Какого хуй? Вас на счет довезли. Ругается под наркотическими веществами. Предлагают купить наркотические вещества, приобрести. Водитель оказывается приторговывает наркотическими веществами. Вполне возможно, что курит наркотические вещества. В салоне курил неоднократно. Таким человеком, как вы. О, а что это мы на вы-то перешли? Только что ты тыкал, угрожал, уже на вы перешли. То, что тебе угрожает, а это нужно. Короче, блядь, с машины просто выйти и все. Пока деньги не вернете, мы с машины не выйдем. Включает таксиста. Тебе ментовку или психушку, мужик? А ты как курс, понял, как играл? Остановку я не знал, как... Вот, ебать, пассажир нах, первый. Стоят все таксисты. Он вторая. И вот это вот товарищ на этой вот машине.
адвокатом представился. А вот этот вот неадекватный таксист. А вот еще один из угрожающих. Психушку, говорит, вызовите мне. Я у мамы репортер. Он говорит, мужик, ебать, психушку мне вызовите. Сиди. Пожалуйста. На вас, на всех и хоп. А хоп с холодильником будет. Ты не быкуй, иди в свою машину. Не быкуй. Понял? Кто иди, быкует? Не быкуй. Иди, не быкуй. Ты на публику не играешь. На публику ты играешь. Прибежали. А что ты десятерых еще не позвал? А еще десятерых. Не выходишь? Потому что деньги не вернули. Потому что вы мошенники. Потому что вы мошенническим путем работаете. Если вы себя вести не умеете в такси. Вы мошенническим путем ведете вас себя. Вас попросили, господа мошенники. А почему вы ездите? Какая разница? Господа мошенники. Они, Жек, они даже не поняли то, что не ты был водилой. Ну так, пожалуйста, вызовите другую машину, вызовите, и все, в чем проблема? Какой черный список? Женщина, вы о чем вообще? Напишу письмо. Надежда, просто нет. Некорректные вы эти пассажиры. Что, я уже скачал видео, я сейчас скину. А, ну еще и промик дадут. Мошенники это вы. Сели за бесплатно, сюда доехали. А кто такие мошенники? Откуда мы доехали? Мошенники. А кто такой мошенник? Что, что такое мошенник? А что, бесплатно вас вести? Это когда это вы противоправным способом. Ну, все, иди. Идите, ты мошенник, я тебя вообще не знаю. Деньги вернуты. Получается, мы не мошенники. Вы работать не хотите нигде. Только баран крутить. Что ты с ним разговариваешь? Вообще интересно. А вы попробуйте покрутить баран. Вы думаете, это легко, что ли, или что? Ну, только вам на это и хватает. А с парнем тоже зарплата у нас больше, чем у вас. Вместе взятых. Вот это парень. Да. С парнем? Ну, пожалуйста. Не разговаривайте с ним. Кто на что учился? Он же... Да, он же минус 20, я разговариваю. Вы блогерши какие-то. А что ты сейчас продолжаешь снимать, скажем? Да нравится мне, хочу и снимаю. Никто не запрещает. Ну, пускай мы... Как у нас правительство регулирует наши цели? Это вообще кошмар. Это все те, кто угрожали. Факт угрожать. Смеется тот, кто смеется последний. Когда он руками махал, залез в окно машины. Руками махал, понял? Все, пизда, Жек. Ты махал руками. Я ему сказал, ты что, из машины выйдешь? Регистратор, если что, был включен. Мальчиши, вы смеяться потом будете. Смеется тот, кто смеется последний. Поэтому идите отсюда и не смешитесь. Первые шли такие. Значит, нормально. Смотри, смотри. Пока работаем дальше. Красивая, да, машина? Я на такую никогда не села, я отказался. Я на одном такси отказался, он на втором приехал. Фоткайте, фоткайте, красивая машина, он тут тоже может. Ну, насколько хватит заработать с такой большой долгой? Вот так вот. Зато сами без родителей. Если у вас бабки были, вы просто в мае бы заказали и поехали в камеру назад. Никаких проблем у вас нет. Сказал, очень много зарабатывать. А что вы на экономии-то ездите? Я хочу вам платить деньги за то, чтобы доехать 3 метра. Не хочу я такие деньги платить. Не веди разговор. Все, не разговаривай. Так смеяться, ебать. Че, ребят, думаете по поводу таких пассажиров? Пипец вообще, из-за 130 рублей устроить такой концерт, который даже водитель не брал, который Яндекс списал. Он бы даже, если бы была наличка, да даже я бы с таких ничего не взял. Просто идите отсюда и все. Отказался пристегнуться, и это, блин, пипец вообще, такой позор, просто жесть. Надеюсь, ребят, нам с вами такие пассажиры не попадутся. И вообще начала Гранту, про Гранту плохие слова говорить, то, что я бы в такую машину вообще не села. А что ж ты вызываешь тогда ее? Чем тебе Гранта не нравится? Гранта лучший автомобиль для такси. Проверено мной. Сами видите, сколько уже езжу, вообще безотказно. Уже год, почти год. Ладно, ребята, до завтра. Всем хороших пассажиров. Надеюсь, они вам не попадутся никогда. И мне тоже. До скорых встреч.